Отмечать один из великих христианских праздников – Рождество Христово – торжественным концертом в Бердске уже стало традицией. Не все бердчане в этот день могли сходить в церковь, и поэтому начался концерт с общей молитвы. Рождество Христово – это такой семейный праздник тоже, который вспоминаем мы всегда. С детства были подарки, с детства были праздничные такие воспоминания, события, елочки уже приезжали. И все это проходит через всю жизнь. Дары, подарки, которые принимали мы, взрослые уже будучи, мы должны все это отдавать, служить Кришне. Далее творческие номера, стихи, танцы, песни. Народное творчество как напоминание о культурных традициях наших предков. Ведь для многих присутствующих это семейный, теплый и светлый праздник. Зал полон. Многие зрители пришли поддержать своих близких, которые принимают участие в рождественском концерте. Сегодня такой торжественный день. Вот, и у меня в этой программе выступают внуки. Вот, они в гимназии учатся и здесь выступают. Чаще всего вот ходим на концерт. Сын танцует в ансамбле, который участвует в этом концерте. Что вот для вашей семьи, для вас конкретно значит этот праздник? Ну, счастье, наверное, уют в семье, благополучие. А участники мероприятия, в свою очередь, готовы подчеркнуть настроение дня и поделиться радостью со зрителями. Для меня праздник, когда все мы собираемся вместе, когда мы нашим дружным коллективом хотим поделиться теплом, светом своей души со всеми людьми. Рождество Христово для многих не только религиозный, но и семейный праздник. И главное помнить, дарить душевное тепло близким можно не только в торжественные даты, но и повседневно.